какого микрофона нужна? А что? Ну, просто я хочу на стойку поставить эту шнягу. Мне кажется, нам микрофон вообще не нужен. Ну, пока, наверное, да, не надо. Там посмотрим. Че ты тут? Играем? Давай, соляк хочешь?
все. Я не слишком много, я думаю, что-то про себя вообще ничего не слышал. Я не знаю, вы можете еще раз сыграть на своих... Подай, пожалуйста, наушники. Так, мне дайте? Да. Ну, спасибо. Не, нормально, заебись. Вообще вот эту вот херню выложил быстрее, чем я успел там вот с пультом забраться. Вот вовремя ты, Дим, вовремя. Прикинь? Нет, я имею в виду, что я пришел, конечно, раньше всех, как всегда. По последней традиции. Ну я пошел. Короче, а там нету больше розеток? Розеток нет, тогда пока просто поставь и все. Ну и можешь к нему еще мышку дать. Вот на стол. Он еще ну, здесь до нас пока... играл с кем-то. Да, он скоро лучше до нас игрался. Некий. Может быть, он тупо сделал один день. Он так и сделал один день на две группы надо бывать. Он сейчас снова новый уровень. Сделал они какие-то войновые, что они тоже Для... Да что вон рабочий стол в самом левом нижнем углу? Это то, что я играл, кстати, аннигилятор. А. Пока Эллисон выруби, Чейнс, потому что если такие... нет розеток, он вырубится. Помедленнее. Наверное. Они, о, они более такие. Студия. Ну ты что делаешь? Ты ёма народ, ты его разрядочку не раз. Отъебись.
Алена, дай поиграть на хуйне, да? Ну пробовали вот так вот. Надо подключать. Надо подключать. Что делаешь? Разве эти точно, он же не дотянется до этого, до пульта. Сука, я не знаю. А тут тоже ничего нету. А может там что-то есть, розетка есть там? Ну и все. Вот там на парке во многом. Там в отме. Там вот. Ну да. На Кате. Да, давайте сразу, может быть, начнем с этого, с рифа. А почему бы и нет? Нахуй вступление, говно ебаное, блять! О каком вступлении? Если сами драмы вступления? Да-да-да. Вот это, что? Диктофон. А, диктофон? Или подожди пока. Давай там просто сразу с рифа. Я пишу, он пишется. Ты пишешь. Кстати, наиграйте его чуть-чуть, что я его... We'll be right back.
Я только себя слышу, просто меня долго. Да, я всех хорошо слышу. Ну потому что ты правильно стоишь, да. Я вот не слышу, но можешь просто чуть-чуть развернуть. Руки, веки, пассивно слышишь наконец. Но только не сильно, да, вот так, нормально, хватит. Да, ну ты слышишь только себя, если... Игрушка наша.
тебя вообще... Да не, вроде нормально, я слышал. Я слышал пару нот, да? Басист. Басист вроде играет, значит, все нормально. С виду, да? Ну, давайте. We'll be right back.
потому что я перевернул клавиатуру на октаву вверх. О, нормально. Потому что не слышно. Че, с каким начисто? С моим. Да. Резануло. А у меня уши атрофировались все же нахуй, по-моему. Еще с субботы, когда холодно было, я без шапки вышел. Первые 10 минут мерз, потом голова отмерзла. Вообще, и уши, и все, все это. Из чего ты сейчас разговариваешь? Из чего? Ну, а давайте пароза прогоним ОПК ровно. Здесь у меня плюс один. ОПК? Я только... Ну, шина. Кстати, а как вы будете играть песню один, когда вот... Я ничего не знаю. Вот когда он принесет новую. Я не знаю. Я не знаю, я вот и не буду поэтому. Я не знаю, я с двумя не буду таскать. Придется тебе за ним заезжать, да. Ну да, походу. Ну как, 4 раза я что-то... А, стоп. Ты выключи свой холодильник уже. Рефрижератор сейчас. Он сам себе поможет. Вот поэтому надо играть на мессе, а не на каком-то... Не ебать. Ну хочешь, он выйдет? Thank you.
Ну, по крайней мере, у меня. А, ну... Нормально. Молчение сейчас просто. Да ничего, нормально, с легком потянем. Причем даже не скажешь, кому это надо обязательно. Ну, в равной степени. Да, бочка мне тоже нужна. Потому что я ее не слышу практически. Я тоже ни хера не слышу. Вот я тоже подумал. А тут подзвучка есть, да? Да. Раз, раз. Это тоже есть. Надо рубашку играть. Это слышно? Чуть-чуть потише. Потому что я посмотрел, реально, да, у тебя чуть-чуть рука. Буквально. Видимо, не знаю. Первый. Сейчас. Ритм-секция объединилась. Полезла в пульт. Полезла в пульт, да. Клавишник. Чё убивает? Чё клавишник? Это сейчас что, я не помню, наезд был? А это что, наезд был? Что-то она опускается сейчас. А, вот в чём дело. Я думаю, нормально будет. Зачем вам их на бочке? А? Зачем вам их на бочке? Так вы уберите его на... Это вот она... Я не крутил. Ну, конечно. По-моему, не он, может быть, кстати. Может, он валяется. Ты проверил бы сначала, чем говорить, что это. Диман, вот скажи мне честно, поговори. Дай тебе микрофон. Поговори. Ты хочешь, чтобы было еще хуже? Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Шапочку забыл. Нахуя тебе этот микрофон, блядь? Что, я не проиграешь на его настройку? Сыграй максимально громко. Thank you.
делать запись? Да. 1, 2, 3, 4. Thank you.
уже там в минус, полный уже. Да? Да. Ну что, сейчас песня один сначала или с подъемом? Или... Ну ладно, оставь. Я думаю, у тебя есть ман. Ну как бы не... Она так двигается, что сейчас упрыгает. Да, она меня бесит. Из-за этого педаль вязнет. Ну и... да, я понимаю. Песня один, ты говоришь? Ну, а ведь тогда вас так поджарить надо будет перебирать. Вот я так не может, это тонк снять? И чё это даст тебе? Нахрен нам тонк, да? Легче не стало. Подставить ключи. Может просто эти прикрутить? Бову, бочку, да. Прикрутись за бутамер твой. Так вот, ну, я показывал во время игры на, да. Самый, на шкалу ебаного пульта, потому что она, даже когда я не играл, она была просто в максимуме. Это я ее так орал, типа, или... И... А, бочка? Валёк, и ты орал, и все орали. Все орали. Понятно, ладно. Хрен, я все равно себя не слышал, я орал. Я тебя напугаю, потому что... А я этот хер закрепишь. Потому что мы в одинаковых примерно частотах там играем. Видишь, педаль поднимается. Из-за этого и бочка трясется. Сука. И ведь ничего не скажешь. Ну да. Тогда да, больше не пересрать, пожалуйста. Давай пошли. Руби тогда. Чего тебе руби? Нет, давайте сначала песню один сыграем, а потом будем джемить, сколько влезет. Там не то, что мы джемить мы хотели, в смысле. Там вот эту тему уже ВКонтакте был вообще с тех пор? Да, был. Мы там тебе столько, столько понаписали. Сказал, пойду-ка я спать. Да, надо. Но я подумал, что что-то такие организационные вопросы я не хочу решать. Ладно. Что делать, записывать или выступать, или еще что-то. А кто кроме тебя будет? Это чай на день. Кто кроме меня будет выступать? Кто кроме тебя так. Будет это решать? Потому что... Давай ставим вам песню один пару раз. Да? Че, песню один? Да. We'll be right back.
люди настраиваются, другие люди. Ну а правильно сейчас делать? Я готов. Что, просто так сидишь? Я под джем настроился. Под какой ты джем настроился? Под песню один настроился? Думаешь, это поможет тебе? Вдруг. Да, ты, кстати говоря, очень классно там настраивал гитару, прям вот под вашим вообще в тему было. Валёк играет, это там на басу, что ты, что британского металла. Прям попал вообще. Чё ты, я тебе потом посмотришь, заценишь? Я чё-то со второй струны, походу, она плывёт. Походу плывёт, ну так... Вот течение или против? Не, говно. Струны менять вообще? Да. Чай. А ещё... А можешь под самый кончик подставить? Под самый кончик чего? Ты дали? А ты менял когда их? Я не знаю, насколько это удобно. Она ж там вроде как летает. Она сейчас ползет за секунду. Пизда ей. Вроде получше стало. На лобке держит. Вторая сторона, да? Вот это? Придется мне его так держать. Сыграем. У кого? Песню один. Да, давайте. А то она сейчас умрет. Иди за зубами. А, это... Да, на самом деле у нее еще, походу, это гнездо хреначит.
там, я еле сейчас... Ну че ж ты, гнездо ты нашел, а ты... Это что-то... Ну нормально, все, нормально. Все. Мне это нравится. Может мы даже в каком-нибудь горноклубе выступим? Валя настраивает барабаны, мы начали на концерте. Валя настраивает барабаны, так и назовем. Правда, мы лажать много будем. Но это же прок, ребята, это прок. Тут так задумано. Ну можно объяснить. Это у нас стиль такой. Кинг-кинг. Каждому будет бегать и объяснять потом. Thank you.
Thank you.
нормально, нормально. Открой, иди пизду. Ты, кстати, ты все время вот это вот. Ты все время ее вдоль бьешь? Папам, 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 ну, да? Стараюсь. Я просто иногда вот как-то на эти пенсии. Да, да, иногда сбиваешься. Да, и что-то я думаю, что ты правильно играешь, и я за тобой. Не это, я по тебе просто буду. Ты вот давай сейчас попробуем mm-hmm. с этим с королем. На самом деле, что это? В королях все проще. Я по большому счету вообще половину выкинул нахуй. Она это в дропе была, а я сейчас в стандарте ее играл. Слышь, Игорь, он хочет из королей половину выкинуть. Да не половину. Ты сам. Там надо половину выкинуть в том плане, которое нет. Ее просто надо. Неинформативно просто. Блин, у меня есть как бы концепт, что я хотел бы видеть. Блять, у всех есть концепт, но никого почему-то нет готовые вещи. Нормально, концепт, делать? Концепт. У меня тоже, может, три концепта есть. Поделись улыбкой своей. Больше так никогда не делать. Все разучили мою партию, все будут играть. То, что играет пас. Отлично. Я же не знаю. Вот сейчас разберемся. Мне же сказали делать упор на этот вход сразу. Просто делай упор. Что за короля? Ну, вот эта вот вторая, короче, там ты, походу, не читал и правильно сделал, там просто слишком много букв. Вот это вот то, что мы сейчас играли. Это та, которая entering... Entrance to Wonderland, да, это... Да. Ты вообще читал, что... Потому что она в дропе, а я в стандарте ее сейчас фигачу. Ты читал про то, что мы хотим сделать это, связать с Алисой в Стране Чудес, да? Да, да, да. Вот. Это, значит, первое, это типа вход, потому что там, ну, Димон... Воет ну, там и... Это первое, ну, как бы... Короче, интро. Типа того. Ну вот. А вот это вот, вторая, вот где то, что сейчас Дима наиграл, вот, это типа... Игорь сказал, что это танец кроликов, или танцующие кролики. Ну вот. Но там кролик, конечно, был один в сказке, но... Но после... так как там была гусеница с кальяном, мимо проходили... Да, и кроликов стало много. Поэтому кролики ну, вот. Но это не важно, просто это реально похоже на кроликов. Ты понимаешь, как на серии мне приходится жить? Ой, кто бы говорил? Вот. Ладно, нормально. И, короче говоря, ну вот мы короче, погуглили, там было много всякой фигни про Алису уже, естественно, но такого серьезного прям концептуального альбома, по-моему, не было никогда. Она еще инструментального. Инструментально, да. Там вообще было... серьезно, инструментально надо вообще сделать. Было этот Мэлли Сильван. Давайте, наверное, по частям его делать. Кто слушал группу Jam Cared? Надо же, даже... Походу, никто. Послушайте, вот это прям вот тоже у них такие есть. Вот последний альбом, короче, просто одна песня 47 минут. Называется... Я обязательно послушаю. Как, говоришь, называется? The Trip. Я тебя в контакте скину. А, скинь, пожалуйста. Угу. Ну, вот. Группа тоже такой. 47 минут. Это классно. Вот. И, короче, вот мы как-то это хотим оформлять, я не знаю. Не, я-то отталкиваюсь от... Пинов 91-99. Да, давай, короче, короле попробуем. Сейчас по частям ее сделаем. Я вообще не понимаю. А, там какая-то гусеница у меня попала. Сесть просто. Тебе дать послушать? Комнате, послушать да, целиком. Да, да. Ну, у меня, в принципе, на телефоне-то есть. Там смотри. И сначала у тебя на каком-то звуке более органа, потом на китайском. Да, я знаю. Я его, кстати говоря, даже находил. Слушай, а я кидал в этот, в Dropbox? We'll be right back.
по-моему. Ну что, у нас есть. Ох, волки ёбаные. Так, что хотел? Ну, под конец это прямо это пошло. Нет, под конец вообще не пошло. Кто? Ну, King Crimson, когда у них на первом альбоме, я забыл, где у них там. Это кто? Это Crimson King? Да. У них там... Я, правда, не знаю, кто у них там драмер, не помню. Да, я тоже не знаю. Но там вот так... Раз. Могло быть чуть более упорно. Вот эти вот... Да. Конечно, Валёк взял сушу. Это все. Чего? Я говорю, что мне не очень понравилось, потому что могло быть более упорно с моей, по крайней мере, стороны. Ты сделал все, что мог. Мне не понравилось. Мне не понравилось именно, как я сыграл, я и говорю. Да я вообще не играл почти ничего, потому что хер знает, что там играет. Да, я что-то тоже не пойму. Как-то очень размазано, надо ее реально по частям делать. Ну, потому что, да. Ну, а в тот раз пришлась так, когда... В общем, я тогда напишу более детально, что я имел в виду. А нафига писать? Давайте сейчас... А сейчас тебе. Только сначала надо покурить. Покурим. У нас час остался. Ну, это вообще, блин, и монстр. Надо вставить. Нафига времени, а... Это слово, которое было. Да, я тебя подходил. Да. Там вот это вот на перерыве, на как прикус назвали, да? Кто еще пойдет? А? Никто не пойдет больше, да? А мы не курящие. Нет, не курящие. Пообщаемся. Это такой этот уже. У него этот танец с пушками понятно. А где ты его возьмешь, этого кролика? Значит, смотрите, ребята, у меня друзья... Да? Да, нормально. Такой психоделический это. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот мы начали нормально по концепции, потом, конечно, сошли. А потому что... Ну, они-то начали всякие штуки. Да, но я унёс. Мне стало интересно в неё попадать просто. На то, чтобы он вот этой хуйней занимался. Потом Никита небольшое побольше соло. Этого вах-ваха просто форум, да, что вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Там, где я вот это. Вы затихаете не на это, вы стукаете на... Потому что... Потом. А, и на это... Все тебя слышат. Вот это вот общая динамика, то есть на самом деле все вот как плотная подушка вот эта вот есть, вот эта сзади стена, чтобы была, тогда уже не будет встречать, потому что если будет встречать, сложно. Я не знаю, что там. Больше я сюда послушаю, как играл, чем я не играл. Если сейчас я все задумал, я подкрепить, мы на такой этот уже упоролись. Да. Смотри, нект. На этот раз у нас тоже концепция съехала. Вот только всем нужно заткнуться. Ты. Это вот джазовая. А кто это играл? Ты? Это я. Потом сейчас ты смотри, на лаквахе просто на 10. Там, кстати, классные вот эти. Та да. Вот там, подожди, Чип. Играл? Во, вот это обязательно, это вот. Не знаешь, что играть, играй это. Я так и делаю. Вот по максимуму вообще, не на, вот, ну, не надо постоянно, конечно, но вот по атмосфере чувствуешь, что слушай, там... Слушай, Игорь, она пишет там красненьким? Да, пишет. Вот. Ну, надо проверить. Нет. А, ты поправил? Я один там. Здоровка. Вот. Правильно. Правильно. После этого, кстати, Никита, вот после этого джаза с вах-вах, у тебя идет какая-то атмосферная часть, я скажу, где она начинается, по-моему, здесь. Вот да, я тоже помню. Здесь плохо слышно? Здесь очень плохо. А вот этот текст, кстати говоря, одно из того, что хотел выкинуть, она там не к месту. Ну, может быть. Там не, вот ну она пэды, к месту. Пэды вообще не к месту. Не, ну пэды к месту в одно место, потому что я там потом играю. Да ладно, пэды там есть и к месту. Начало своего тэппингового соло. Басу, он охуенный, все остальное здесь пока мне не понравилось.
что потом в Алисе было? Шляпушник. Шляпушник был. Шляпушник. Ну или это, я не знаю. Из меня скорее треповский шляпник. Какой? Треповский, что к нам в атмосферу не катит. А я не видел этого фильма, кстати. Лучше посмотреть крупную рыбу. А джаз это, короче, чехол, наверное. Да. Тогда надо Смит ставить туда, вот летающий по... Ну вон у него полснег, давайте еще какую-то часть играем, посмотрим, потом остановимся. Да, какую часть играем? Само первую, да? Начало, да, и до, наверное, какой-то джазовой части. Так, ребят, давайте... Не, а как я пойму, что куда, где какая часть? Ну просто играй, пока Дима не скажет стоп. Не, ну у тебя там, в принципе, мало что меняется. Кроликов? Это в основном мы... Первую. Кроликов, пардон. А может, сначала первую будем разбирать? Вот и я там. Мне кажется, я просто думал, что с кроликами будет легче. Ты знаешь. Просто у меня одна просьба. Давайте вот в самую первую вот эту вот, которая вход в Underdandy. Там не 5 минут это интро все-таки делать. Да, это очень длинная. Да. Ну не то, что скучно. Ну вроде кажется, да. когда играешь, Крыш, кажется, что вроде ничего минуты, еще не сыграл. Да. А когда слушаешь, блядь, когда же они закончат, ты же ёбаный. Где же экшен? Ну. Ну хорошо, так. Как хотите. А на чем я там играл? Да, это коротко. А, я играл в карту. На лице родилась в карту. Вот ты фан. А мне что там начали играть? Футболизмы какие-то? Давай включать это пойду. Давай. Там просто что-то. Сначала футболизм, потом я на чисто начну играть что-то типа какого-то определенного рифа. Одна минута осталась? Не-не-не, в самом низу. Я потом на чисто начну играть. 1, 2, 18. Определенного рифа. Потом сидим там опять на этим вот. Мы, видимо, еще записали на вахвахе. Все, давай, короче, выпадать. Ну с вами что-то я могу, конечно. Вот надо с этого начинать. Наверное, если. Вход он в четырех четвертях весь, да, скорее всего? Видимо, да.
мы опять упоролись. Так. Не будем делать на 5 минут вступление, сегодня на 10. А какое было? Это было вступление, это не было вступление. Это был весь трек уже. Да. Какой весь трек? Там половина не вошла. Половина не вошла, да. А что там еще есть? Я не помню. Половина чего? Половина идей, что ли, или чего? Ну да. Да. Наверное. А какие там были идеи? Да, какие идеи? А там были идеи? Там мы просто херачили по струнам. Там был метал кусок еще. Метал кусок. Да, когда мы... Ты не помнишь, как он там был? А, да. Как надо структурировать тогда эту песню? Сначала вот эту. Сначала, да, вот интро такое. Потом вот эти вот всякие пум-пум-пум. Ну, темп, в общем, обычно такой. Я вас не слышу, потому что просто я вот это потом. А мы, значит, тебя должны слушать, да? Конечно. И меня. Да тебя-то, блин, попробуй не услышать. То есть потом вот... А этот, блин, уйдет там в ноль себе громкости, сиди и прислушивайся. Ну мне-то тут... Ты иди сюда, сядь вот сюда. Как я туда сяду? Ну иди подойди сюда. Ну подойди-то я подойду и... Нормально мне такую глухо, вам там не слышно еще что-то. Ну а ты тогда сам иди отсюда. Переход. С этой? А мы же делали. Смотри, ты начинаешь, а я тебя сначала не вот так поддерживаю, а с эффектом. То есть я сначала играю практически тоже. А что у нас эффект? Да, басист даже по нотам иногда играет. Не, у нас по Достоевскому уже играл он, видишь? Достоевского не трожь. Да я Достоевского ты не трогаешь. Так получается, значит... Очень старый фильм. Мы играем сначала. Кстати, вот этой вот. Да, после этого что идет? А потом мы с ним. Потом такой маршевый ритм, да. Какой-то такой задержанный.
где-то наверху там за херню. Пом играл там. Длится вот эта вот часть, где ну, мы с тобой играем, короче. Ты играл вот эту, я сейчас честно, не знаю. А, это пока вот там. Ты не в дропе, что ли, да? Я в дропе. И ты в дропе. Я в дропе. Она же в дропе. У нас тут все в дропе. Один тест. И я, кстати. Ну, тебя сложнее. Я в дропе. Нет, я не обдропанный. Я остался. Ну так и я, в общем-то, тогда тоже. Давайте задавим их большинство. У меня нет столько гитар, что сидит сюда. Очевидно, дропишь дома, да? Не, я просто к тому, что мне может быть какую-то другую херню придумать. Че я, блин, придурок? Нет, ладно, вот так я и сыграю. Ну-ка, научи меня. Кто-то идет так. Там, короче, я думал, кстати, вот с момента, когда кончился, я вот этого ничего упоротый, не знаю. Упоротый, почему я играю под это одно и то же? Там нужны все вот эти вот вещи. Как-то да с возрастающей такой динамикой, то есть, чтобы к маршевому ритму подойти прям совсем жестко. Мне тут удобно очень всякие вот эти... Ну, давайте попробуем сейчас. Значит, мы до сначала и до маршевого ритма. Блин, перестраиваться до маршевого ритма. А на маршевый ритм нужно переходить с нарастанием таким, да? Да. Ну там, да, как на пик получается, да. После пик целики же всякие ваши там. А, так и потом переходит на... О, это правильно, часть. Я играю. Тогда, может быть, и убрать эту херню? Где-то... Ох, ё. Не-не-не, сейчас. 96. Нормально. Значит, сначала... А главное, супер. Сейчас, извините, я... Писать. А куда упала камера? А вот у меня большой звук показывал. А, звук. А, она меня снимала. Нормально. Нормально. Меня устраивает. Нет. Там и так будто не барабан слышит. Thank you.
сядет, так понимаю. Ритм по такой характерной снижению. Ну, надо просто сделать так, чтобы плавно кто-то перетекал. Это например, самое. Валя где-то чем-то начинает вот отбивать вот такой вот ритм. Да не нет, знаю, по-моему, как раз Валя тогда играет стандартно, а мы, вы уже играете ритм. А, ну можно так сделать, чтобы тоже плавно просто так перетекал. Просто надо, перед этим такой прям долбёшь, а потом так, тихонечко. И вы Машу ритм. Игорь, а ты с кем сейчас разговаривал? Барабаны как раз тихонечко, да. Но с вами. Себя погромче, потише, с тобой и с Димой. Ну ты тогда очки свои снимай, да, а то я не понимаю, кому ты что говоришь. Ах, свет! Так, да не намного. Вначале ты, кстати, я заметил, играешь какие-то еще. Кроме что-то еще, короче говоря. Да. В начале там что ты играешь, можешь показать? Блин, я же. Да, в самом начале. Просто я раньше не замечал. Ну как бы сегодня заметил, да? Да не театр, как я заметил. Он тот тебя под задницу. Собрал. А потом уже переходишь на Стоунере было. А? Это в Стоунере потом, ну вот в самой последней части этой песни, которая там на записи. Не-не-не, ну, потому что я закончу так же, как и начал, да, чтобы да. было закольцовано. Это что у тебя там получается, ты играешь? Ой, искус. Так, это... Вот эти вот... Блин, мне переводить из басы, чем ваши... Пусти вот это скажет, это он. Ля-л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 я-
часть, там же. А то же самое, там. То есть ты везде там. Да, нет, я не то же самое играю, я где-то разнообразил. Там же не то. Я типа слегка наиграл. Да, там же. Ладно, короче. Thank you.
Ну там, по-моему, не только в ботинок и не только медиатор. Я сейчас, один. Сейчас переверну оттуда струны, там. Курс кричит. Микрофон. Все, у тебя опять что-то в плане. Фу, так, я что-то не понял. Вот мы сыграли пару раз. И ты поставил на запись, да? Нет, я остановил его. Вот мы сыграли, и что дальше? Как что, дальше? Ну, по-моему, вот не структурируется никак у меня. Да. У меня все структурируется нормально, просто потому что я знаю, что я играю до определенного момента. Просто сейчас маршевую часть начали чуть позже, чем я думал. Какую? Маршевую часть. Позже? Пораньше. Там получилось, что... Пораньше? Пораньше это не успею. Там была такая кульминация, потом тихая часть, мы играли что-то такое. Да, я начал играть под маршевую часть. Получилось. Я думал, что мы уже начали маршевую часть, а вы играли что-то еще все прежнее. Я тоже думал, что пора уже маршевую часть, вот. Вдруг Игорь решил. То есть Игорь играет мне все, да, я увлекся, ладно, хорошо. Потом мы опять устроили кульминацию и опять все-таки со второй попытки вошли на марш. Вошли на маршевую часть, да. Когда Валя уже так намекнул, и дайте марш. Да. Но я что-то не понимаю, как перейти с этого на марш. Не, ну у нас-то там получилось... Надо послушать, как у нас получилось, ну, честно не понять. Я просто помню, что Никита начал играть, я это услышал, мне понравилось, да. И я к нему присоединился, вот и все. Сначала это мне тоже нужно начинать, ну, не ты же, а потом Маша, уже идти. Ну не ты же мог мне понравиться, да, то, что ты играешь? Не, ну там-то просто мы как играли вот это... Мне тоже, честно говоря. Мне, в общем-то, тоже. Охуеть, ладно. У тебя есть там такая партия? Вот это. Я по своей партии. На какой из 20 минут ты ее играешь? Везде. На самом деле, получается, что да. Вот мне очень нравится твоя вот эта вот... Прослушать. Под которую я бью по одной. Что? Та самая. Ну, Кит, вот сейчас... Блин. Мне нравится. Сейчас описал половину твоя... твоих, да, партий. Да. А, вот это в тему она очень. Какая? Потому что она японская или. Какая японская? Да ладно, я шучу. В натуре это так. Надо дальше. Пока у нас еще есть время, надо чуть. Вот после маршевой части там идет повторение вот такой тоже типа кульминации повторения. Ну там какая-то у нас маршевая часть, повторение кульминации. А потом мы переходим на металл часть, да. Причем Ники там играл что-то, что тебе как раз тогда не понравилось. То, что она не на четвертую тональность. Вообще. Я понял. Это там вообще никак. Я не помню, что это. Нет, там разжался где-то. Нет, нихера. Просто вообще оно не хотя нет. Это нормально. Ладно, да. Если я понял, играть, оно нормально. Это там моя партия. Она по двоим партии ложилась, я подумал, что она подо всем ложилась. Да, тогда. Это вот перед этим, но после марша. То есть это в середине где-то. We'll be right back.
Давай еще раз. Вот я себе и придумал. Это начало за карты конца одной песни, да? Так, а это кусок этот, где он там в песне сидит, стоит? Какой он? Он ближе к концу уже. Да. Что-то ясно. Ну, там эту часть, потом опять возвращаешься. Короче, где-то 20-й. В конце, да. Дима ебашит с огромным количеством начала, а потом... Где я играю три ноты. Вот эту хрень, которую ты сейчас херачил. А, вот это вот ты все херачил? А вот как с ним надо общаться. Херач мне ту херню, которую ты там херачил. Я только шел. Ну саунд, потому что это немного не то. Сыграй, я сказал бы один, в одиночку сыграй, я пойму так, такие слова. Короче, играю в нее. Я тебя уводил. Карданить нужно именно вот под самый конец, вот именно, ну, да. Вот эту вот часть. Ну, вот да. Именно вот это вот прям под самый конец надо делать. Ну, собственно, после этого такое небольшое затишье, там очень медленных барабанов таких идет, где там кусок тарелки. Половина ритма. И потом на стоунер часть, и все, и конец. Thank you.
давайте, кстати. Давайте опять запишем, ну вот, попробуем уже на чистую. Да, с самого начала до маршевой части. На чистую это слово очень смешно в данном контексте. Ну, на чистовик. Кому чистую. Как, кому как. Всего три штуки. Нажал? Нет, не нажал. А какого хуя? И давай эту, ну, чуть подольше, чем в прошлый раз. А, ты знаешь что? Ты вот давай, я просто переключаюсь на вот эту вот одну ноту, когда ты по хэт начинаешь. То есть пока ты играешь так, я вот эти штуки делаю. Ребят, вы только мне это... Я это слышу и сразу, понимаешь, надо переходить к следующему этапу. Начинаю. Ну просто один раз по хэту ударишь, что ли? Ну ты как-то вот по хэту делал. Я это себе отметил, что ты начинаешь переходить на другую часть. Где я по хэту бил? Нет, я по хэту помню, я только не помню, как я это делал. Вот так вот, что ли? Нет, один раз он был такой одиночный, да. Раз в там в долю какую-то я. Вот ты еще на бите вот сидел. Thank you.
дальше уже ближе к концовке. Единственное, что мы, наверное, чуть-чуть раньше начали мазать. Короче, на этот раз чуть раньше. Надо чуть погодче подержать. Да, давай. Чуток. Да. Я закончил запись? Там еще несколько квадратов вот этой такой кульминационной нарастающей части, потом... Девять. Часть. Девять, все? Уже девять. Ровненько. Эх! А мы только разыгрались. Ну, блин. А я уже устал. Ну да. Ну ладно, собираемся, что. Послушать еще кое-какие элементы. Ты выкинь нам сначала, а потом слушай сколько угодно. Элементы. Ну, естественно. Ну вот да. Блин, тут же столько дублей теперь, ты все не переслушаешь. Я один-то дубль. Придется в кои-то веки всю репетицию слушать. Да, целую неделю. Да. Вырубай, кстати, камеру. Да. Там как-то. Нажмите красную кнопочку сзади.